Добрый день, Анатолий. Зовут меня. Очень многие уже смотрели мое видео. Сегодня мы очередное такое краткое видео, как бы показательное, покажем вам. Пришел Grand Starex 2008 года, 2,5 турбодизель. Вот. Клиент приехал с такими словами, что меня уже замучили, я уже устал, что давайте, если у вас есть мотор, либо есть руки, давайте мы заменим другой или починим мой. Вот. И мотор мы не стали дефектовать, ничего, никаких диагностик, просто сразу сняли и разобрали. То есть это все как бы со слов клиента. Так вот, Grand Starex сам у нас вот он, мотор сняли. Сегодня мы его скинули, данный двигатель. То есть сейчас у нас загнали где-то мы его часов 11, буквально там в течение часа-полтора скинули двигатель и разобрали. Ну, разобрали не полностью, конечно, частично. Вот у нас блок. Начали с того, что... Добрый день, с вами компания OMZAP. Для тех, кто проживает не в московском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонт вашего двигателя. Вот, наверное, вот с этого начнем. Во-первых, сразу увидели, что болты, которые держат форсунки, у нас не штатные стоят. То есть они без сферической шайбы, ну, обычные болты, а один удлиненный, то есть уже сделан. И форсуночки, вот видно, что не прижимались, сгорели. Все это произошло, то есть собирался мотор, по словам клиента, там в течение месяца делался он, и собирался он где-то там, проехал 6000. То есть через 6000 у нас сгорели вот на двух форсуночках шайбочки, мы их вытащили. Потом после стали разбирать дальше. Обнаружили, что внутри стоит китайский комплект цепи ГРМ, то есть полностью весь, вверх, низ, даже шестерни. То есть вот здесь даже есть какие-то инициалы. То есть этот комплект китайский, он идет именно со звездочками распредвалов. Что там? Вот здесь у нас даже насос почему-то, болт откручен. То есть везде, на всем, что-то сломано, где-то не хватает каких-то болтов. Очень много нюансов. По клапанной крышке, видимо, тоже вот здесь вот сломали. Он говорит, что ничего не бежало, но теперь была течность. Вот она, трещинка по клапанной крышке. Что-то делали здесь внутри частично. Очень много проблем. Также с постелью у нас задир, то есть очень большой. Распредвалы, саму постель ГБЦ задрала. Дальше. Вот эта крышечка, верхняя крышка ГРМ, внутренняя. У нее где-то в большей части резьба сорвана, то есть уже даже крышка наружная, где крепится, вот резьбы у нас нету. Натяжитель цепи рассверливали и под успокоитель. То есть большую часть резьбовой части в крышках нет в алюминии. Дальше турбина. Турбина тоже. Турбина новая, оригинальная, со слов клиента. Они ее поставили где-то буквально в течение там... 2 дней она развалилась. Они заменили картридж, поставили китайский картридж. И буквально опять через неделю снова все развалилось. То есть турбина у нас данная теперь пойдет на выброс. Так, и, наверное, вот дальше самое главное у нас. Потом, вскрыв поддон, мы обнаружили стружечку. То есть это вкладыш. Ну и сам заборник. Заборник у нас забит как стружкой, так и как раз-то вот с сажей от форсуночек топливных, где шайбы не держали, прогорели. По двигателю блок плоско шлифанули, но смотрите, там есть такой нюанс.
когда мы точим, снимаем плоскость на блоке, тогда мы устанавливаем прокладку второго-третьего ремонта. То есть столько, сколько мы снимаем. Допустим, если мы точим головку, то делать этого не нужно. То есть у дизеля, у головки камеры сгорания, как правило, нет на данном двигателе. То есть только лишь тогда, когда мы снимаем блок, мы устанавливаем прокладку, то есть толще, так как поршень будет выступать уже. Вот, здесь прокладочка лежала обычно. И вот, за 6 тысяч мы видим, у нас везде нагар. Везде нагар. Вот. И если, наверное, в цилиндрах будет видно, люди либо восстановили хон внутри, то есть они расточили цилиндры. Но вот здесь вот мы пошкрябывали и увидели, что данный поршень стоит оригинальный, родной. Хотя здесь вот есть следы, что клапана уже били до этого по поршню. И здесь. То есть, что сделали? Мы так догадываемся, что произошло. Люди разобрали двигатель, увидели, что нет хона, расточили его. Ну, не знаю, на один размер сделали хон, может быть, восстанавливали. Но поршня оставили старой. И самое главное, что поршень начал гулять. То есть юбка начала гулять. И здесь четко видно, что где вот поршень как раз стенки выбило с обоих сторон. То есть здесь и здесь поршень гулял и разбило. С головкой у нас тоже. Сейчас мы там нюанс покажем, но по блоку. Когда мы увидели, что размер поршня не соответствует самому цилиндру, и вскрыв поддон увидели стружку, решили дальше не копать. То есть видно было сразу по сборке, как двигатель был в целом собран. То есть к навесное оборудование, как он был установлен. И вот, то есть по выработке в цилиндрах и по стружке решили, что разбирать не будем дальше вообще. То есть, скорее всего, делать нам там больше нечего. И вот по головочке тоже у нас есть тут. Сейчас вот головочку вытащу. Головочку тоже шлифанули. То есть вот здесь вот прям видно на головочке, что за 6 тысяч, то есть вот это не могло появиться. Это может появиться за, не знаю, 200-300 тысяч. Вот. И также стоят клапана, новые клапана. Вот эти вот с такими циферками вот EX, это родные клапана. А вот эти с этими отверстиями, я, допустим, лично первый раз вижу, что это за клапана, не знаю. Они менялись. И толку на самом деле нет. Ну и видно, что головку саму тоже по плоскости шлифовали. Не стали мы тоже ее чистить, не стали ничего делать. В итоге сразу же решили, пришли к единому мнению, что не будем терять времени, тем более, если мы будем в целом полностью восстанавливать, ремонтировать, что-то растачивать движок, то по времени и деньгам мы проигрываем. Поэтому предложили вот такой восстановленный двигатель, которых у нас очень много. То есть восстанавливаем мы их здесь сами у себя. Ну вот уже частично здесь поставили подушечки, компрессор, насос. В целом, смотрите, если даже вы приезжаете к нам, приехали, если решение было, как бы все оперативно был снят двигатель, разобрано, сделали дефектовочку. Ну вот данный мотор нам объявили клиенту 226 тысяч. Готов он будет за один день, то есть вечером он уже уедет сегодня. Что у нас входит туда? У нас входит туда, это съем-установка самого двигателя. Это двигатель у нас идет столбиком. Это у нас устанавливаем навесное оборудование. И также туда входят расходники. Это масло, антифриз. Здесь также у нас входят ролики. Будут все 4 меняться. Будут ролики меняться. Термостат. Так, что тут еще у нас? Колечки под форсуночки, резиновый, медный комплект прокладок. И также будет новая оригинальная турбина. Боркварна, то есть. Вот. И все это удовольствие, то есть полностью исправный с гарантией двигатель в течение дня вот за 226 тысяч. Ну вот в целом как-то так собираем. Поэтому если ваше авто, как многие говорят, держат в автосервисе больше недели,
дам вам совет, пусть скидывают, собирают и уезжайте тут. То есть он даже при оперативной расточке двигатель ремонтируется максимум неделю. То есть если мы что-то растачиваем, что-то делаем, то есть все как положено, то недели. Ну, никак не месяц, не два. На этом закончим. Так, всем счастливо. Ждите нашего очередного видео. Покажем что-нибудь интересное. Все, до свидания, пока.